Вопросы развития важны для тех, кто выбирает, какое образование получать после окончания школы. В ближайшие 4 дня в Иркутске для выпускников пройдет традиционная профориентационная выставка. В СИБГСПА-центре соберутся представители учебных заведений из разных городов России и ближнего зарубежья. Они расскажут будущим абитуриентам о профильных направлениях в своих вузах, техникумах и колледжах. Основным элементом выставки станет работа профориентационных центров. После прохождения тестов и тренингов специалисты помогут школьникам определиться с интересующими их направлениями. Те же, кто уже выбрал будущую профессию, смогут пообщаться с потенциальными работодателями и узнать обо всех нюансах трудоустройства.